На Украине идет подсчет голосов на региональных выборах, которые прошли накануне. На то, чтобы обработать все бюллетени, у ЦИКа есть время до 4 ноября. Еще несколько дней на то, чтобы обнародовать результаты. Официальные данные пока только по явке. Она не дотянула до 50%. Напомню, почти 2 миллиона граждан Украины права голоса оказались лишены. Это внутренние переселенцы из Донбасса. Сразу в нескольких городах, как, например, в Мариуполе, выборы были сорваны. Еще по ряду у наблюдателей оппозиции есть серьезные претензии к прозрачности и честности. Всего же по стране, по данным украинских правозащитников, за вчерашний день зарегистрировано более 1000 нарушений.